Большие амбиции. Кошмарная семейка снова на прогулке. Мамочка не вылезает из базара. Ей пришлись по нраву какие-то трусы. Ну ладно. Я так понимаю, она будет там все время торчать. Набор для поджигателя. Еще и сразу у нас есть перочинный нож. Эй, как ты меня заметила, черт возьми? Это уже плохо. Ну, сразу знаешь, что нужно делать. Да давай, отлагай уже. А. Ай, жалко, что поджечь не получится. Хотя я знаю, что можно поджечь. Нужно сюда. Тадж-Махал. Спичек. Да ладно. Ладно, вот сюда. И что? Глубоко я не вижу дна. А это он туда должен упасть, по идее? Давай, поехал. Оседлал и упал, видите, не научился. Ой, так еще и упал на него. Нужно быстро, пока она, блин, не пришла в себя. Хотя нужно сначала взять... О, так ты этот, нигер. Блин, не успеем. Мы только смотаться успеем. А, во, нужно... Блин, я туплю. Сейчас она... Где она, блин? Ты идешь отсюда или нет? Трусы возьмем? А, во, вот этим, да, вот этим нужно. Я туплю. Да ножом что не получается, да ну нафиг. Трусы. Отличная идея. Хотя давайте пока сходим наверх, потому что он нас не пустит. Бензин. Ну ладно. Тут нет. Что там нужно такое? А, хотя мы пока попытаемся его. Нужен. Нет. Как-то сложновато стало. Вот, теперь мы его растопили. И теперь будет все круто. Так, нужно коврик как-то скинуть. А, все понял. Короче. Сейчас он уйдет. И мы там свое черное дело сделаем. Для чего нам этот нож? Да возьми хоть что-то, блин. Это мы уже видели. Почему нельзя ничего использовать вот здесь? Не ясно. Ну и что-то опять пропустили. Трусы мы эти брали уже. О, он пошел. Быстрей. Да возьми ты, блин, хоть как-то. Блин. А так бы он упал. Туплю, не имею. Потому что во второй я один раз только играл. В смысле, полностью прошел. Ну давай, пошел. Зато сразу черный.
Канистру с бензином не получится сюда поставить. Никаким образом. Что ж тогда делать? Одна жизнь у нас осталась. Нужно спасать свою задницу. Спасать? Иначе мы не спасемся. Тут нам нужно что-нибудь горячее. Надо подсказку использовать. Сосед все время покупает мороженое, чтобы поиздеваться над ребенком. Ну блин, ничего не подходит. Что не делай, ничего не подходит. С ней то же самое. Тупо ничего. Надо с бельем что-то придумать. Да, сложные уровни, нужно думать. Вот, пошел. Ну возьми ты что-то. Нет, мы не успели. Мы не успели. Как-то мы выжили. Фиг его знает как, но мы выжили. Блин. Ладно. Кажется, я все понял. А, нет, не понял. Показалось, что тут есть что-нибудь новенькое. Каким образом? С таким количеством предметов? Можно что-то еще сделать. Я даже не знаю. Ставлю паузу. Так, я сделал какую-то фигню. А вот здесь что сделать, я не знаю. Оставляют обувь. Нужно что-то с обувью сделать. В принципе, все ясно, но не ясно. Мы можем только подсунуть ей эти трусы. А вот что там сделать, я не знаю. Давайте мы хоть это сделаем. А, вот здесь. Может, вот здесь? Да. Теперь он упадет туда. А он что с этим делать, я не знаю. Пока. В канализационный отсек упал. Как он туда вылез, очень интересно. В принципе, задание можно уже завершать. Но мы одно все-таки не выполнили. Ну, ладно. Фиг с ним. Выполнили